это не настоящее телевидение. Ну, еще надо просто отметить обязательно такой момент многообразия техники джиу-джитсу. Очень нередко подкидывает проблем. Почему нету, как вот Стас сказал, панацеи, цели панацеи, техники панацеи, которая работала бы гарантированно, и все мы к ней стремились. Дело в том, что как минимум существует несколько тактических рисунков в рандере. То есть многие люди, особенно рослые, высокие, длинные, они загружают, делают такой спрол, пристают на мысках и делают высокий шаг. А, например, я в оверандере, ленивый, травмированный, коротконогий, короткорукий человечек, я делаю несколько иначе. Загрузив человека, вот я вот той правой ногой, я перешагиваю вот эту ногу. Как дворники. Да, я перешагиваю вот так. И после этого я стараюсь пройти таким... Нормально? Я пытаюсь пройти скорее как crossing passing. То есть мне не нравится идея поднимать ногу сильно высоко. То есть, хорошо, я сделал просто очень медленно. То есть, загрузив человека, он понимает, что он действительно начинает бороться с моим этим оверандером, вот как Стас берет там руку, еще что-то. В это время я просто перешагиваю его ногу. Вот этой мыском. Для него это не проблема, он особенно этого не чувствует. И я оказываюсь вот здесь. Я прохожу таз. Он продолжает со мной бороться, он борется с моей же верхней частью туловища, порой. Люди отсюда хорошо уходят, но я не делаю вот этого рывка, про который сказал Стас. Я не бегу вот туда, мне страшно, мне не очень это удобно. И именно поэтому я это вырабатывал как часть, такой вот замыливания глаза. Понятно, чтобы он не понял, человек нередко ждет вот этого, такого вот рывка, такого зверска. Загрузили, да, я пошел. А я его не делаю, я делаю очень ленивенькое движение. Я перешагнул эту ногу. Коварный. Прошел сюда. И все. Так что панацеи человек не найдет. Все зависит от того, кто, каких габаритов. Я думаю, такая растяжка здесь хорошая. Ага. И поэтому от этого очень много зависит, как защищаться. То есть тут придется искать какую-то свою игру. То есть это комбинация не кроссинг, по сути, с даблами. Я делаю похоже, только я делаю экспресс. Я говорю, так иначе мы все находим другой вариант без вот этого маха, потому что иногда зажимаешь какого-то человека. Я делаю, но я не мах делаю, я знаешь, как делаю? Я делаю, по сути дела, можно у тебя? Я здесь лучше делаю, он дебало ломает, это страшно, здесь в коже. Я когда хожу сюда, я хожу вот сюда. Ага, да, ты мне делал, я помню, да, ты хоп, и просто вот так. British Invasion тихонечко, но ты же вот уже, по крайней мере, два варианта, которые сильно отличаются от агрессивного over-under пэса, при котором придется... голова вот здесь помогает во всех случаях. Аккуратно, по крайней мере, выиграть время. БЖ Фрикс.